тут пролить. Лабиринты. Кто-то порезал ветки. Мне хотят сказать, что это нормальное явление, да? ЖКХ. Судя по теплым кабинетам, которые они могут судить, состояние кладбища. У них, наверное, дроны летают здесь. Не знаю, как наблюдают. А летом превратится все в такую зелень, что... Конечно, ничего не видно будет этого. Им выгодно не убирать кладбище. Потому что если они его уберут, они увидят такую зашающую картину, что вот эти все могилки будут просто в глаза бросаться. Как на ладони. Да, придется им вкладывать, денежку тратить. Ты что, государственную? Что они ему понять? Что они так делают? Либо лыжи не ел, либо снега нет, я не знаю. Короче, ладно.